Извини, я опоздал. Я не удивлена. У меня была встреча с Лорой. С какой Лорой? Она занимается развитием цифровых книг. Прошу вас. Мне кажется, в издательском деле все боятся цифры как дьявола. Вы должны ломать стереотипы. Как сильно? Это вы должны мне сказать. Вчера я встречался с Оленом. И что? Как дела? Хорошо. Он вроде в порядке. А, я очень рада. В полном порядке. Супер. А моя рукопись? Я не буду ее печатать, я думал, ты понял. Было бы здорово с ними поужинать. Я же сказал, он не печатает мою рукопись. А я-то что могу поделать? Ну все, пока. Что вы думаете о полемике, которая разгорелась вокруг вашей книги? Как по-вашему, билетристы могут отталкиваться от реальных людей? Уверен, что Ален не догадался. Думаешь, он что-то знает? Возможно, это просто месть. Мне не нравится, как он пишет о женщине. Что смущает? Относится к ней как к вещи. А может, ей это нравится? Продажи упали. С ума сойти, люди читают книги на смартфонах. Я не читаю на планшете. Ты вообще отсталая. Да пошел ты. Ты мне изменяешь, Лена. А с чего ты взяла? В супружеской жизни не все завязано на сексе. Предпочитаешь жить в лицемерии? Это не лицемерие, мы 20 лет женаты. Двойная жизнь. Ты сейчас работаешь над чем-то? Не очень хочу об этом говорить. Процесс идет? Идет, все просто прекрасно. И больше ничего не скажешь? Нет. Нет. В кино с 4 июля.